Рождение юнита. Привет, я Джейсон Бендер, главный дизайнер Command & Conquer 4. Сегодня я расскажу про юнит-кроулер нападающей стороны. В четвертой части нужно играть в команде. А следить за сотнями строений нескольких игроков было бы проблематично. Так что нам нужна была компактная база, с которой легко работать и которая может служить вашим личным представителем на поле боя. Такой базой стал кроулер. Это ваша база, радар, военный завод, боевая единица, ваш представитель в бою. У него много функций. Леон Гор — художник по 3D-моделям. Я художник по 3D-моделям. Я разработал вид кроулер для GDI и NOT. Вот модель атакующего кроулер в высоком разрешении. Раз юнит выполняет множество функций, он должен аккуратно трансформироваться. В режиме транспорта он оказывается этаким ходячим танком, а в режиме строения должен быть похож на обычное здание. Кичма — художник по текстурам. Я накладывал на две эти модели текстуры. Мне прислали лишь концепт — 3D-модели. А дальше нужно было создать текстуру — скин для этих моделей. Амберто Босси — аниматор. Мне нужно было оживить кроулер. Задача сложная. Нужно взять модель кроулер и убедиться, что он может превращаться из юнита в здание. Также нужно было проследить, чтобы повреждения показывались верно. В четвертой части разрушения станут более реалистичными. Мы хотим, чтобы игрок почувствовал гордость, уничтожив крупный юнит. Поэтому мы показываем, как транспорт понемногу разваливается на части. Вы сможете даже разглядеть, что у него внутри. Когда игрок попадает в большой юнит, вроде кроулер, от транспорта отваливаются куски. Вы можете увидеть его внутренности. Эрон Грейнджер, художник по эффектам. Привет, меня зовут Эрон Грейнджер, и я подрываю все в Command & Conquer 4. Арт-директор попросил сделать кроулер не похожим на все остальные юниты. Я решил, что нужно сделать взрывы, привязанными к интерьеру транспорта. Продемонстрировать, откуда валит дым. Раньше в играх Command & Conquer спрайты эффектов просто исчезали. Я же захотел сделать плавный переход между рождением и смертью частицы. Кроулер — это юнит настолько большой, что на нем каждый взрыв отображается по-разному. Отлетают разные части. Под конец вы видите анимацию смерти, а затем транспорт взрывается. Так что это особенный юнит. Кроулер — это не только база и транспортник, но также завод и личный представитель игрока на поле боя. Это центр всех ваших операций.